вот и нахожусь я на международном автовокзале «Северные ворота». Именно отсюда сегодня я буду отправляться в прекрасную далекую страну Латвия. Вот там вот где-то будет стоять мой автобус, этот, господи, как его, Эколайнс. Так что буду ждать, пойду заходить, проходить сейчас контроль, регистрироваться, клеить наклейки. Вышла с метро, чемодан полно, помандровала. Всем привет, знакомая вывеска не в первый раз, так как Юляша любит очень сильно путешествовать по Европе только компанией Эколайнс, то сегодня я вам снова буду выкладывать, показывать на обзор замечательный вообще сервис и все примочки, интерактивные прибамбасы и комфорт вот такого вот девайса. Рейс у меня называется Москва-Рига, в Резекне будет пересадка, ну а сейчас я пойду сдавать багаж, людей полно, кто едет на Германию, в Риге будет пересадка, представляете, в Дюссельдорф или еще там куда-то. А я вот в Резекне на Даугавпилс пересаживаюсь. В автобус я села. Заняться мне здесь есть чем, потому что в Эколайнсе есть планшеты в каждом сиденье, и можно слушать музыку, читать книги, играть в игры, смотреть фильмы, при всем при этом лазить в интернете. Здесь есть меню, так что с голоду я не пропаду. Но на ночь жрать тоже, знаете, по фигуре бьет. Пакеты для мусора. Все есть. Туалет в салоне. Это мы еще обозрим. Сиденья хорошие, шикарные. Сосед еще, конечно, не пришел. Это что мне еще нравится, что в каждом сиденье есть розетка, и ты можешь подключить свой телефон и заряжать его до потери сознания. Потому что все-таки я ехала двое суток в пути практически. Телефон и пауэрбанк разрядились просто напрочь. На автовокзале Ховрина зарядки нет, и уже моторчик завели, а значит и зарядка уже заряжает мою, пополняет батарею. В каждом сидении у каждого пассажира встроены такие планшеты. Вы можете выбрать любой язык, их здесь очень много. Смотрите фильмы, слушайте музыку, есть подключение к Wi-Fi, оно бесплатное. Также, если вы забыли наушники, вы можете за 1 евро приобрести их у стюардессы, включить и наслаждаться своими фильмами и не заметите, как пролетит время в пути. Также, если вы хотите покушать, столики есть, откидываются, можно поставить в эти отверстия для стаканов свое кофе, свой чай. Пакеты есть, которые меняются для мусора, то есть вам об этом не надо думать. Также в автобусе предложено меню с горячими напитками, чай, кофе. Можно заказать бульон, погреться, можно заказать блинчики, печенье, чипсы, не знаю, салаты. Все, что хотите, цены доступны, можно расплачиваться рублями, а также валюта в евро. Под каждым сиденьем есть розетки, это очень удобно. Взял, зарядил телефон. Если у вас устали ноги, регулируется подставка под ногами. И с комфортом едете и наслаждаетесь здесь. Вот, ребята, мы и добрались в туалет. Все очень чисто, смывается. Есть салфетки, которые вы можете выбрасывать вот в эту урночку, которую я вам сейчас показываю, с голубой бирюзовой крышечкой. Также здесь есть где помыть руки, не просто мыло, которое стоит, еще есть даже санитайзер, или как его этот, обрабатывать руки, три пшика буквально, антисептик, и он такой, знаете, из геля превращается в какую-то такую вот, ну, интересная у него консистенция, руки просто чистейшие, когда проводишь сам по себе. Ну, также можно, конечно, и в раковине помыть, в общем, хорошо. Я снимаю на фоне Эколайнса, и сейчас я хочу рассказать все свои впечатления. Из-за того, что очень сильно темно, моя камера не совсем передает весь функционал и красоту этой махины двухэтажной, но вот я часто езжу Эколайнсом. Я, когда путешествую, никаких у меня не было, по-моему, даже других перевозчиков. Что мне нравится? Какие плюсы? О боже, машина сейчас собьет, вот это будет плюс. Первый плюс, первая причина – это ты. Это то, что удобные сиденья, то есть они откидываются по максимуму, и ты можешь отдохнуть. И у меня больная спина, мне нравится, что большое расстояние там, где вот ноги, их можно хорошо просунуть и не думать о том, что у тебя что-то затечет. Во-вторых, есть освещение. У каждого сиденья есть, над каждым сиденьем такие кнопочки есть, можно вызвать стюарта, красная кнопочка, к тебе придет стюардесса, проводница. А вторая кнопочка – это свет, освещение. То есть столик откинул, заполняешь декларацию, и все очень удобно. Во-вторых, бесплатный Wi-Fi, который не заедает, и мне 4G совершенно не пригодится. А в-третьих, здесь есть
бар, можно выпить классного кофейку. И самое главное преимущество, что принимаются как рубли, так и евро. То есть мне что-то казалось, что только одна валюта какая-то, нет, рубли и евро. А, во-вторых, здесь есть туалет. Это вообще прекрасно, замечательно. Если вас укачивает, к примеру, и вы стесняетесь сидеть, и, ну, мало ли, знаете, в пакет, ну, при людях как-то, туалет, пожалуйста, все есть. А, кстати, туалет я вам еще покажу. Обычно там все стерильно. И стерилиум для рук, и все, что хочешь. Какие еще преимущества? Не знаю, ребят, мне очень нравится, очень. Комфортно. Со вкусом, быстро, что немаловажно. Одной остановки вполне хватает. Если кто-то будет говорить, почему так мало остановок, то тут-то вообще-то ехать недалеко. В 5 часов утра уже таможня будет. А во-вторых, одна остановочка нормальненько хватает с головой. Пойду я, ребята, буду заходить, потому что сейчас автобус как чокнется, тронется без меня. И все. Ребята, мы уже прибыли в Резекне, сейчас будет пересадка. Вот так вот салон второго этажа, автобус двухэтажный выглядит. Люди стоят, ждут автобус, который их повезет в Ригу. А у меня идет рейс на Литву, но через город Даугавпилс. Поэтому вот мы можем, кстати, и наблюдать. Очень быстро прибыл второй автобус, и из окон его очень хорошо видно. Сейчас он всех заберет и увезет в направлении Рижском. Так что вот так вот, ребята. Уважаемые пассажиры, мы находимся в городе Даугавпилс. Через несколько минут наш автобус подъедет к автовокзалу. Экипаж этой мини-автобусных линий Оклайнс прощается с пассажирами, которые следовали с нами до Даугавпилс, и желает вам хорошего дня. Для получения багажа приготовьте, пожалуйста, ваши билеты. Для остальных пассажиров остановка 5 минут. Дорогие друзья, дорогие зрители, я в Даугавпилсе. Мое путешествие и моя поездка подошли к логическому завершению. Ставьте лайк, делитесь этим видео, путешествуйте с Эколайнс, потому что это очень комфортно и недорого. Ну а я всех поздравляю с наступающим 8 марта. Всем желаю весеннего настроения, всем желаю девочкам быть любимыми, чтобы они были всегда красивыми, с весной и тюльпанами. Всем хорошего настроения. Любите, путешествуйте, пока!